Всем привет! Продолжаем исследовать картины Джузеппе Арчимбольда, юрист. 1566 год, холст, масло, 64/51, небольшая картина. Полотна выдающегося итальянского живописца, рисовальщики и декоратора Джузеппе Арчимбольда неизменно привлекают внимание зрителей своей затейливостью и необычностью. Работ мастера сохранилось относительно немного, чаще всего это небольшие погрудные портреты, где герои представлены в профиль или анфас. Особенность картин состоит в том, что лица и одежду персонажей Арчимбольда составлял из фруктов, овощей, музыкальных инструментов, цветов, книг, рыб, ну и так далее. На данном портрете изображен юрист. Его образ собран из книг, папок с бумагами, одежды с неди, приготовления тушек, цыплят и рыб. Используя все эти элементы, художник стремился передать сущность представителей профессии, которые благодаря своим знаниям получают прибыль, дающую им возможность безбедно жить. Вот такое описание к картине Джузеппе Арчимбольда «Юрист» я нашел в интернете. Пока-пока, до свидания. Рассматриваем эту картину. Занятно. Текст по книге «Великий музей мира». Пока, до свидания.